Набор петель на спицы – восьмой способ. На цепочке из воздушных петель. Сначала провязываем цепочку из воздушных петель. Для этого берется крючок, который в два раза толще, чем наша спица. Первая петелька вязания не затягивается. И затем вяжем количество воздушных петелек, сколько нам необходимо набрать петель на спицы. Когда нужное количество петель будет связано, в правую руку берем спицу и последнюю петельку надеваем на спицу. И затем, пропустив вот эту петельку, следующую вдеваем спицу и таким образом надеваем на спицу все петельки. Включая самую последнюю петельку. И вот первый ряд готов. Теперь можно начинать вязание. Достоинство этого метода состоит в том, что петли можно набирать в том случае, когда у нас есть только один свободный конец нитки. А так выглядит первый ряд при таком наборе петель. С вами была Ирина. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал YouTube или на email рассылку на сайте knittingforbeginners.ru. До новых встреч!